Минобороны Азербайджана сообщает, что сегодня на территории села Тук-Хаджавинского района были обнаружены остатки вертолета Ми-8 вооруженных сил Армении. В результате проведенного разбирательства было установлено, что это остатки вертолета Ми-8 вооруженных сил Армении, сбитого с экипажем на борту 18 октября 2020 года в направлении села Тук-Хаджавинского района подразделениями вооруженных сил Азербайджана во время Отечественной войны. Подпишись на телеграм-канал «Без тормозов».